прошу вас содействовать в организации общероссийского голосования, исходя из необходимости заботы о здоровье жизни наших людей. Это остается безусловным, первейшим и самым главным приоритетом. Обращусь и к нашим гражданам, к людям, с тем, чтобы они приняли активное участие в этом общероссийском голосовании. Поскольку речь идет об основном законе Конституции, который лежит в основе жизни нашей страны, нашей жизни, наших детей, сегодня и будет определять основные правовые гарантии, основные юридические гарантии.